Я всех приветствую на своем канале Unifam и Tunifam, и с вами Лена. В этом видео мне бы хотелось показать свое пополнение в коллекции своей бижутерии. Очень многие вещи мне подарили, некоторые купила я сама, и, наверное, последнее видео было где-то полгода назад. И, конечно же, за этот отрезок времени моя коллекция существенно пополнила. Что ж, начну я, наверное, с прекрасного набора, который сейчас на мне. Я стала счастливой обладательницей ей и сережек. Дело в том, что когда я была в Киеве, я встретилась с одной девушкой, с которой мы познакомились через YouTube еще 3 года назад и постоянно переписывались. И наконец-то осуществилась наша встреча, и это был ее подарок, который на самом деле даже делала ее сестра своими руками. То есть это вот шедевр рук такой вот мастерицы. И сейчас подвинусь поближе, чтобы вам показать. Это просто какие-то милейшие бутоны цветов. Здесь розовый, сиреневый и синий. Вот эти вот бутоны так свисают. И то же самое у меня на колье. Это смотрится по-девичьи мило, это просто прелестно. Это, не знаю, у меня лично не хватает слов, потому что на самом деле я творение этой девушки еще видела на Фейсбуке в страничке ранее. И еще когда я увидела фотографии, я думаю, ничего себе, насколько красивые вот работы. Я даже не мечтала о том, что я стану такой счастливой обладательницей такого вот набора. Он просто, не знаю, шикарен. Я ношу с большим удовольствием. Этот набор действительно вот как-то подчеркивает даже мой характер. Как-то вот действительно какую-то девичесть. Не знаю, я в диком восторге. И помимо этого набора мне еще достались другие сережки. Хотела вам даже показать, какой милой коробочке мне это все досталось. И вот как они выглядят. То есть это вот такие вот свисающие сережки. Не знаю, для меня это лично сама нежность. Это, во-первых, красивый нежный розовый цвет. Эти бутоны, они просто превосходны. Как-то вот, не знаю, это какая-то весна, это какое-то цветение, это как для меня это ренессанс. То есть я просто потеря каких-то слов для того, чтобы описать всю эту красоту. Так что, Леночка, если ты меня сейчас видишь, то огромное тебе спасибо за все и привет. И, конечно же, передай огромное спасибо своей сестричке за ее творение, потому что я ношу их с большим удовольствием. Они просто прекрасны. Прекрасно. Особенно приятно думать о том, что над этим трудился человек, все это создавал. Это какой-то шедевр. Еще один подарок тоже, который мне достался в Киеве. Что, Ирочка, если ты меня сейчас видишь, тебе тоже огромный привет. И это будет такой вот браслет красного цвета. И здесь вот такие вот 3 розочки. Я его сейчас одену, чтобы вы увидели, как он смотрится на руке. Действительно, в общем-то, это похоже на калину красную. Вы знаете, что калина – это символ Украины. Поэтому это вот, наверное, некие воспоминания о Украине. Очень это смотрится красиво. Можно с многим чем носить. Просто превосходно. Смотрите, насколько вот такой алый красный цвет, он переливается. Это смотрится просто божественно. Очень-очень красиво. Раз я начала с подарков, то я продолжу в том же духе. Так, мне досталось еще пару подарков от моей мамы. И это будет следующее от Клаудии Стрейта. Это такой вот колье. Оно довольно, я бы сказала, массивное, но за счет того, что цвет такой настолько цвет леденцов, то выглядит это тоже очень так по-девичьи и мило. Вот как это смотрится на шее. Мне прикрою вот второе. То есть
на мой взгляд, очень оригинально и интересно. Они, ну, это какие-то вот леденцы, немножко такого вот персикового прозрачного цвета. Вот они. Осталось такой вот браслетик, резиночка, это уже из H&M. Такого вот зеленого цвета, полупрозрачного тоже. Я, по-моему, в каком-то аутфите уже одевала этот браслет. И можно также вот резиночку, потому что это вот такой растягивающий, можно и на волосы. В общем-то, кому как угодно. Тоже из H&M мне досталось вот такое вот колечко. Сам цвет кольца просто бесподобен. Это очень смотрится красиво. Такой вот желто-лимонный цвет. Но качество, хочу сказать, что я это кольцо одевала 2-3 раза. И после этого, смотрите, оно покрылось какими-то пятнами. То есть, конечно, качество оно пострадало. Хотя вот здесь вот эта вот эмаль, на мой взгляд, смотрится просто шикарно. Что ж, на этом было все. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Заходите обязательно во всевозможные там сети, Instagram, Facebook и так далее и тому подобное. Я везде оставлю ссылку. Ну и, конечно же, смотрите мои видео. Постараюсь оставить всевозможные ссылки. Также, наверное, ссылку на видео предыдущих покупок бижутерии. И говорю вам до следующих встреч. Всем пока!